В эти часы в Астане проходит грандиозный опен-эйр. Городские власти проводят такие концерты каждый год. Организаторы приготовили незабываемое шоу. И на месте события сейчас работает Лаура Байбатшанова. И она готова поделиться впечатлениями в прямом эфире. Лаура, добрый вечер. Спасибо, Марат. В этом году при проведении концерта Open Air организаторы учли священный месяц Рамазан, и прямо сейчас наступил момент разговения. На пару минут концерт приостановили, а пока сейчас я расскажу, что в этом году приготовили организаторы. Сейчас мы находимся на монументе, около монумента Казак-Еле, на главной площади Астаны. Здесь ежегодно проходит концерт Open Air, он стал одним из самых главных и долгожданных среди горожан. В этом году его посвятили 20-летию столицы. На сцене выступят более 30 звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Среди них Кайрат Нуртас, Айкан Мульдер, Аульбекова, группы Ринго, Музарт Лайв, Градусы, Анна Седокова, Макс Барских, Анна Семенович и другие. За полчаса до прямого эфира мы записали интервью у руководителя управления культуры и спорта города Астаны. Предлагаю его послушать. Программа празднования 20-летия является очень обширной. И начиная от классических мероприятий, посвященных классической музыке, балету и театральным фестивалям, а также у нас будут и такие мероприятия. Самое главное мероприятие у нас состоится здесь, 5 июля, это будет большой гала-концерт. Также 1 июля мы здесь, на площади Казак-Эле, собираем и будет впервые организован Национальный день Дамбры. Шоу Open Air в Астане проходит 4-й год подряд. Он ежегодно собирает десятки тысяч горожан, и в этом году, по примерным подсчетам организаторов, здесь собрались около 80 тысяч горожан. И те, кто не успел сюда попасть, может сделать это прямо сейчас, выступать под открытым небом на главной площади Астаны. Звезды эстрады будут до 11 часов ночи. Марат, на этом у меня все, вам слово.